Казанском федеральном университете состоялась встреча ректора КФУ Ельшата Гафурова с представителями Еврейской национальной общины Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие ректор КФУ Ельшат Гафуров, раввин и председатель молодежной еврейской общины при высшей школе экономики Мардыхай Кантор, главный раввин Республики Татарстан Ицхак Горелик и главный попечитель синагоги Казани Александр Кантор и другие. В ходе встречи обсуждались два основных направления деятельности Центра иудаики, который планируют создать на базе Казанского университета. Первое – это неформальное образование, которое сможет выразить все еврейские ценности жизненные. То есть, приходя туда, молодежь будет знакомиться не обязательно с религиозными, а просто с ценностями, которые несет наш народ. Это первое. И второе, наверное, в тестовом режиме хотелось бы попробовать такую программу мини-факультативов. Где-то 20 лекторов, которые приедут, будут приезжать, как сказать, вахтовым методом на несколько недель и разбирать самые интересные темы. Еврейская община страны готова принять активное участие в создании данного центра. Напомним, что в июне в рамках рабочего визита в Москву ректор Казанского федерального университета Ельшат Гафуров встречался с главным раввином Российской Федерации Берлом Лазаром, где обсуждался вопрос создания центра иудаики на базе Казанского университета. Елизавета Никитина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.